Ночь, на рассвете в дверь постучали. Отец встал, открыл дверь. Когда он открыл дверь, у двери стояло трое солдат с автоматами в руке. И они нам объявили: вы предатели, выселяетесь из Крыма, вам дается 15 минут, быстро соберите и выйдите на улицу. И всех нас загрузили в машины. И вот когда мы отъезжали, уже рассвело. Было время доить коров. Знаете, в это время такая паника в селе началась. Коровы мычали, собаки лаяли, кошки мяукали. Ну, страшный звон, страшный стон стоял в селе. Нас загрузили и увезли.